подъезда, да, нашли? Нет, в частном доме. Она уже 2 года его кормит, но они у них... Ну, то есть он как бы уличный, да, что ли, да? Да. Ну, пойдем или тешим его. Ну, и сумку надо достать. Ну, да, потихоньку надо будет достать. Что он вот вообще делает? Там абсцесс подвался. Абсцесс очень большой, да, вот у него, вон, шнала. Еще. У нас пеленки есть же в машине, давай пеленки принимать. Так он вообще миленький. Хвост тут поломанный, с яйцами там что-то, его подрал. Для собаки просто. Да, он в частном секторе, но он бездомный. Ну... По внешнему виду он, конечно, выглядит очень плохо. Шишка у него. Вчера, говорят, эта шишка прорвалась, но она опять надулась. Ну и вот этот запах у него, как будто там вообще все как в кишечнике. Шишка где? А вот не печатная. Мягкая такая. Ну вот девчонки говорят, вчера оно как прорвалось, что-то вытекло оттуда. Ой, господи, это ужас. Это чего такое может быть? Это абсцесс, какая-то была ранка, она загноилась. Офигеть. Это кошмар. А у него вот из-за этого может быть такое состояние, что как интоксикация идет? Скорее всего, не из-за этого. Вот участки кожи и обрабатывать. Вот надо хирургам, чтобы они этим занимались. Там шишка-то такая глубокая, да, идет. Ну, вот так лучше. Перевязали мальчика. Зайку перевязали. Это наш Ричард в клинике.
Малыш, малыш. Зайчик, давай поправляйся, малыш, поправляйся. Так.